Церковь всегда имела попечение о людях, которые попали в места лишения свободы. На прошлой неделе Арзамасскую воспитательную колонию для несовершеннолетних посетил владыка Георгий. Он совершил здесь божественную литургию и обратился с проповедью к подросткам. Господь говорит, что в жизни человека должно быть всегда место для богопочитания и богопоклонения. Лишь только заповеди Божии помогают человеку призвать благодать Духа Святаго на свою жизнь, укрепиться в своей добродетели. В стенах исправительного заведения сейчас находится более 6 десятков человек, осужденных за кражи, разбойные нападения и более тяжкие преступления. До того, как эти ребята попали в колонию, мало кто из них ходил в церковь. Только когда плохо становится, к Богу обращаются люди. О чем ты беседуешь с батюшкой? О своих грехах, как исправить себя в лучшую сторону. Но когда ты взираешь совершенно на молодых людей, еще наших детей, и они уже совершили такие злые дела, что осуждены и находятся в местах заключения, мы видим, как грех пленяет души человеческие, как их взрослые, их родители, те школы, где они учились, не смогли им преподать урок благочестия, праведности, чистоты. Они не смогли в своей жизни найти дорогу ко Господу. И вот, находясь в местах заключения, в храме, мы стараемся им привить добродетель, милосердие, сострадание, любви, кротости. И надеемся, что, выйдя из мест заключения, они найдут в себе силы жить праведной жизнью. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, который находится на территории колонии, посещают и жители поселка Высокая Гора Арзамасского района. Прихожане церкви говорят, что молитва действительно способна изменить жизнь этих мальчишек. Меняются. Они становятся добрее друг другу. Даже с нами стоят, когда так слушают внимательно. Я работала в колонии всю жизнь. И я не знала, что они так могут к Богу обращаться. Каждую субботу приходят, сразу берут свечечку, зажигают. И я прям удивляюсь, так истово молятся. Ну, ребятишки ведь дети, понимаете? А дети истинно верят. Чтобы укрепить эти ростки веры в молодых людях, митрополит Георгий передал библиотеке колонии духовные книги, а каждому заключенному подарил икону преподобного Серафима Саровского. Покаяние тогда только истинно, когда человек, восчувствуя грехи свои, оставляет греховное действо, сожалеет об оных и раскаивается, и удостаивается прощения благодатью Христовою через разрешение священнослужителя церкви. А когда не оставляет, хоть и кается, то это покаяние, а даже и опасное, чрезмерное и безрассудное упование на благость Божию, которая так же, как и отчаяние, в равной мере судится пред Богом. Это интернет-страничка Кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, Антон спрашивает, какие подготовительные действия нужно совершить перед исповедью, что из себя представляет это таинство. Хотелось бы сказать о том, что таинство исповеди – это великое чудо, которое оставил нам Господь Христос. Таинство покаяния – это великая славная сила, которая способна поставить на колени самого Бога перед нашими неправдами и беззаконием. Покаяние – это богатство, которое освящает, преображает человека, наполняет его присутствием благодати Божией. Таинство исповеди – это таинство, во время которого человек еще раз свидетельствует перед Господом Богом о своем раскаянии, о своем сокрушении и боли,
содеянных тех или иных дурных и неправильных поступках. Приступая к исповеди с чистосердечным покаянием, с осознанием своего положения, с надеждой на милость и помощь Божию, человек непременно обретает прощение от Бога. Иначе просто невозможно. Будем помнить всегда о том, что Господь больше нашего желает нас простить и очистить. Господь сделал все, чтобы мы жили вечно, и нам остается совсем немножко. Потрудиться для души, для тела, чтобы быть способными и достойными к восприятию силы Христовой. Именно покаяние делает нас недостойных достойными присутствия Христа. Именно поэтому таинство исповеди – это второе крещение, как именует его Церковь. Это таинство, когда человек рождается для жизни. Через сокрушение, через сопереживание, через боль о содеянном человек обретает милость и прощение Божие. И хотелось бы, чтобы мы как можно чаще приобщались этой тайне. Тайне, которая возрождает, которая очищает и соделывает нас достойными и способными к восприятию благодати Божией. Будем приобщаться тайне исповеди, таинству покаяния и через это следовать по пути духовного становления и совершенства путем минимальных искушений и духовных испытаний. Думаю, все мы неоднократно были свидетелями того, как совершается таинство исповеди. Человек подходит к священнику и шепотом тихонько озвучивает ему свои прегрешения, свои недостойные, неправедные дела, которые он совершал в те или иные дни и моменты своей жизни. А для удобства некоторые люди пишут на бумаге свои прегрешения, потому что бывает, случается так, что человек вроде бы и готовился, но подошел к священнику и вдруг растерялся, забыл то, что хотел произнести и о чем хотел рассказать. Именно поэтому некоторые записывают свои прегрешения на листке бумаги для того, чтобы без запинки, без замешательства озвучить их перед Господом Богом и спросить за них прощения. Помоги всем, Господи! «Огни Парфене» – торжественный гимн, посвященный Богородице. Песня о чистоте и непорочности, исполненной радости. Ее автор – Нектарий Эгинский, митрополит Пентапольский, один из самых почитаемых в Греции святых. «Превысшее небесных сил нетварное сияние», – обращается к Богородице святитель. Сегодня эта песня исполняется во многих православных храмах перед причастием. История создания гимна «Огни Парфена» началась в 1889 году. Тогда архимандрита Нектария назначили на Пентапольскую кафедру. Добродетельная жизнь владыки и его необычайная простота вызывали не только уважение верующих. Многие опасались, что всеобщая любовь к святителю приведет его в число претендентов на место Александрийского патриарха. Влиятельные люди оклеветали Нектария. По своему глубочайшему смирению праведник даже не попытался оправдаться. Добрая совесть – это самое великое из всех благ. Она – цена душевного мира и сердечного покоя, говорил он в проповедях, покидая свою кафедру навсегда. Митрополита уволили в отставку. Он должен был оставить египетскую землю. Вернувшись в Афины, владыка Нектарий 7 месяцев жил в страшных лишениях. Однажды, во время молитвы, он вдруг почувствовал удивительный мир в своем сердце. Подняв глаза к небу, владыка увидел Пресвятую Богородицу с сонмом ангелов, поющих неземную песнь. Божия Матерь повелела святому записать эти слова.
История этого гимна – пример того, как терпение и смирение может открыть для человека дорогу к небу. А все мы, благодаря Владыке Нектарию, имеем возможность петь эти словословия вместе с ангелами. Матерь Божия для нас является примером, как можно через смирение достичь великой чистоты. Варнава, епископ Выксунский и Павловский. Земное дело стало небесной царицей. Это возможно только через смирение, которому, конечно, предшествуют и другие добродетели. Смирение как постоянное состояние души, оно было присуще немногим людям. И вот поэтому Господь, Матерь Божия, Иоанна Предтечу называет лучшими людьми. Действительно, они были самыми лучшими. А почему? Потому что они были самыми смиренными.